Бога в этом мире. Чем он уникален, этот брод? Это единственный брод. Брод Бога. Брод Бога. Источник, да, называется Козьяр. В переводе глазная слеза. Пахучий водопад. Откуда она берется, допустим, на действие не знает, видно на данный квартирал по представлению, что будет как несколько метров, чуть позже по ней поедем, сверху и дурали нет. Скорее всего, предполагают, что это царство третьего, когда будет законсервированная лава, и здесь она выходит. Капает она круглый год. Но что еще интересно, как случилось, когда идут у нас дожди, водичка почти со всех холмов сбегает именно в центре этой группы, которая будет на водопад. Да, вот прямо оттуда, куда мы можем, вот такой вот поток воды. Да, это вот не так, ух ты, блин, тут лягушки квакают. Вот так было.